Приобрел этот чудо-инструмент на AliExpress. На момент покупки обошелся в 11 долларов. Инструмент пришел в коробке, в комплекте. Главным является редуктор в собранном виде. Потом посмотрим, что внутри. Шестигранный ключ, винтики, обычная рукоятка, дешманская отвертка, прижимная крышка, 4-дюймовая шина, точно такая же, как поставляется к аккумуляторным мини-пилам, защитный кожух и цепь на шину. Цепь запаяна в упаковке и пропитана маслом. На пакете таблица с размерами напильников для заточки. Итак, прежде чем пилу собрать для рабочего состояния, сначала посмотрим, что кроется под корпусом редуктора. Открутив 7 винтиков, корпус разопран. И что тут интересненького? Из главного это шестеренки, хорошо, что металлические, даже смазка присутствует. Дальше 4 подшипника скрытого типа, и больше здесь хитрого ничего нет. А если вам интересно посмотреть, как это все работает, заходите на канал и смотрите полное видео.